Я на поле сейчас заметил стадо оленей. Я надеюсь, меня они не заметили. Пока что нет. Какие-то из них стоят, какие-то из них лежат. Какие особи там, я пока не знаю. Будем подходить. Будем подходить и пытаться делать выстрел. Сколько чего там, я не знаю. Я не знаю, смогу ли я к ним подойти. Они смотрят прямо на меня. Группа в... Штук 12. Я не знаю, смогу ли я к ним подкрасться. Через кусты стреляю. Оп, поднялись. Сейчас они, наверное, уйдут. Через кусты стрелять не имеет смысла. Дистанция метров 170. Эх, сорвались. Так, самец есть, самка. Так, самка. Все, ушли. Ушли. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас мы подойдем чуть поближе. Они все еще там стоят. Пошли, поскакали. Так. Вон они. Не видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11. Вон они. Там один самец наверху. Один без ноги хромает. Они все, пошли. Может быть, и спустятся. Хрен его знает.
Может быть, и спустится поближе на выстрел. Вон они стоят там. Оп, 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 оп. Так, без ноги один самец. Так. Без ноги. Не вижу, блин. Прыгаю через забор. Стоит один. Реально не вижу. Оп. Выстрел сделать можно, но пока не вижу конкретно цель, не могу. Похоже, там все самки или молодые самцы. Не вижу. Так, самец. Раз, два, три, четыре. Прыгают все. Пять. Все. Ну что ж, ничего не сделаешь, будем ждать теперь сидеть. Ну что, стадо ушло. Не мы такие, жизнь такая. Сейчас будем сидеть и ждать. Может быть, что-нибудь выйдет еще под вечер. Погода изумительная. Я знал, что на поле будет олень. Это можно сказать, как англичане говорят, textbook. То есть, ну, естественное положение, состояние зверя, потому что последние 2,5 месяца лило как из ведра. Просто был ужаснейший ливень постоянно, ужаснейший ветер. И вот, пожалуйста, первый день, солнце спокойно, тихо. И олень, понятное дело, зверь вообще вышел просто поваляться. Ну что, дело подходит к вечеру. 6 часов у нас буквально осталось. Минут 10-15. Камера практически уже, я так понимаю, нормально не показывает. То есть я сейчас пройдусь на другую сторону поля, гляну, может быть, что-то вышло там, но если нет, то уже направлюсь к машине, потому что дальше уже любой выстрел после этого, во-первых, будет темновато, а во-вторых, не хочется по темноте потом тащить и разделывать. Вот буквально туда заглянем и все. Но, как говорится, охота не всегда заключается в нажатии на спусковой крючок. Я доволен тем, что я вышел. Подышал свежим воздухом и посмотрел на хорошее стадо оленей. То есть для меня этого достаточно, и мне этого хватает.
для позитивных эмоций. Знаю то, что у меня в угодьях хорошее поголовье. А это говорит стабильная, хорошая охота не на один год. Сейчас вот буквально в этой низинке проверим и к машине. Ветер благополучный прямо мне в лицо. Холодный очень. Ну вот, в принципе, и все. В низине ничего не оказалось. Может быть, еще дадим минут 10. И все. И пойдем домой. Вот так вот у нас проходит охота. Бух. Не всегда есть возможность что-то добыть, но в основной своей массе всегда что-то видно.